Короче говоря, я получил двойку. Я пришел со школы с очень плохим настроением, потому что я получил двойку. Зря я, конечно, всю ночь смотрел видео по «Короче говоря», и каждый кто-то там такой. Поэтому я разулся, разделся, все такое. Пошел сначала по коридору, потом по коридору на втором этаже. Я прибыл в свою комнату. Я полез в портфель, чтобы достать свой дневник. Я кинул дневник на стол. Я открыл свой дневник, и там была двойка. Я начал думать, как избавиться от двойки. И думая, тут в мою комнату зашла моя мама и спросила, что я делаю. От испуга я обернулся. Да я просто тут дневник проверял и... Чуть не спалился. Как хорошо, что учительница уже выдала пароль от электронных дневников. Сейчас посмотрим. Ну все, сейчас он у меня получит. Я не поняла, что это за двойка? Ну, я просто домашку не сделал, поэтому влепили два. Ну все, звездец твоему компу! Мой комп! Мой комп! Короче говоря, я получил двойку. Забудь подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока.